Владислава. Война – это страшное слово. Дети гибнут, и старики. Гранаты, бомбы, пулеметы. Все это для войны. И страх, и горе, и беда. С войной примчалась к нам сюда. И ждет обстрел простых людей. О, горе, горе им. Солдаты с пушками идут. Домой войну, домой войну. И как же плохо женам, детям. И как же плохо им на свете. Война. Зачем нужны им эти муки? У них болят и ноги, руки. Они ведь лечат всех больных. Солдаты скают с поля боя. Тут им не отдых, как на море, а только тел кровавых. Мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли.